Привет. Рад тебя видеть, Грейс. Черт! Бласковец, ты просто охеренно крепкий орешек. Ты в курсе? Что это? Шмотки чудила из Розвелла. Он выгреб все из центра управления и сбросил сюда. Так и не разобрал. Он был хороший. Он при мне погиб. Я не мог помочь. Что он сказал? Когда? Перед самой смертью. Хочу знать. Сказал. Это были пришельцы из космоса. Твою ж мать! Эй, Сет. О, Ингели, как все функционирует? Привет, Грейс. Из ваших? Что это? Где ты это взял? Суперчудило хранил в Розвелле. Нашел на месте крушения в 47-м. Похоже, не может быть. О, Готтеной, Сэм. Готтеной, мне... Прости. 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 Грейс! Это наступление! Пусть врубит двигатель на всю катушку. Полный, мать его, вперед, сестра. Да, мэм. Я им скажу. Мы держим курс на гетто Нового Орлеана. Заходи, Бласковец, присаживайся. В этом гетто возникла одна из последних повстанческих групп в Америке. Ее возглавляет Хортон. После войны нацисты обнесли город стенами. И затем сгребли со всей страны ненужных им людей и загнали туда. С той поры Хортон и его товарищи застряли там и продолжают вести борьбу в поистине кошмарных условиях. Но из-за последних событий нацисты усиливают давление. Эскадроны смерти атакуют города, убивая всех подряд. Твою мать, они хотят зачистить все гетто, чтобы никто не выжил. Надо что-то сделать. Верно. Ну что, твое новое тело готово мочить нацистов? Как никогда раньше. Меня не остановишь, я как... Черт! Гребаный товарняк. Ты и есть гребаный товарняк. Ладно, до Нового Орлеана нужно будет сделать одну короткую остановку в Манхэттене. Ознакомься с боевой задачей. Активируй вон там военную карту и открой справку о районе Манхэттен. Ясно. А да, Бласковец, вся эта заварушка сыграла нам на руку. Да? И как же? Твою казнь показали по всем каналам. Нацисты думают, что ты мертв. Они даже очухаться не успели. Бласковец, внизу высокий уровень радиации. Бласковец, проникни в бомбоубежище, пока тебя, ну, понимаешь, не убила радиация. Thank you.
Нацисты хранят украденное досье на своем командном пункте. Тебе нужно как-то туда попасть. Yeah.
Беги. Грейс ждет досье по Новому Орлеану. Значит, можно уходить. Вы в хлеву, что ли, родились? Сейчас радиации напустим. Бласкерс, я готов тебя забрать. Поднимись повыше и оттуда подай мне сигнал. Ich wiederhole, nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter legen Sie umgehend Ihre Atemgeräte an. Я вижу. Я уже подлетаю. Мы отлично сработались. Вот дрянь. Ты живой? В голове гудит. Помоги встать. Давай. Оклемаешься? Да, да. Бывало и хуже. Надо полежать. Ладно. Эй, Сет, гляди-ка. Я припёр свеженьких нацистских роботов. Отличные объекты для твоей важной научной работы и все такое. Эй! Ау!
Шашана, гляди, кто пришел. Сам Шимшин Бласковец. Что ты наделал, Ингели? Как ты мог? Я теперь только и делаю, что изучаю артефакт, который ты принес. Изучаю и злюсь. Видишь ли, инженеры Тат и Худа, создавшие эту штуку, назвали ее ключом Бога. А я скажу, только полный шмак воспримет это буквально. Ведь, во-первых, это не ключ. Я никакого ключа тут не вижу. И что гораздо важнее, я не знаю, зачем он нужен на самом деле, и поэтому я злюсь. Я в бешенстве. Ясно.